Привет, друзья. Ой, у меня краски, да, ну, ой-ой-ой-ой, извините. Ну, пока мыть буду, ну, давайте так, чтобы коротенько. Слушайте, вот смотрите, какая из сказки. Вот там на ладошке, вот видите, фигурка такая с нимбом. А это я из сказки делаю, но вы, пожалуйста, мне напишите, что там добавить, включаем коллективный разум, как назвать. Какого цвета прибавить или убавить, а может так оставить. Ну, посмотрите, друзья, учимся, учимся коллективному разуму. А вот смотрите, одну вещь такую интересную покажу. Пианист. Видно там, нет? Ну, очень светло, да? Очень светло. Надо лампу эту немножко погасить. Вы не представляете. Рисовал, 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 рисовал и додумался. Надо ему усы придумать. И тогда он получился смешной. Итак, друзья, развлекаю, а что делать? А вот смотрю сейчас в интернете, и нормальные люди начинают. И здесь тоже краски. Желаю вам, чтобы мы все были в радужных красках хорошего настроения. Потому что нормальные люди начинают, ну вы понимаете, да? Поднимаются, поднимаются, поднимаются. И скоро мы победим. Вы понимаете, о чем речь. До связи, до завтра.